В Северодвинске продолжается «Зеленая весна». Отдел экологии и природопользования приглашает всех желающих принять участие во Всероссийском экологическом субботнике. Завтра, 11 мая, в 12 часов ребята из Ягринской гимназии и 19-й школы выйдут убирать территорию вокруг озера Чаячье. Приглашают и всех жителей острова Ягры присоединиться и внести свой посильный вклад в благоустройство Северодвинска. На предыдущий субботник вышли более 70 человек. Им удалось собрать 23 мешка мусора на территории от Ломоносова до Карла Маркса.